Всем привет! С вами канал All in Bulgaria. Как вы думаете, что на болгарском означает слово «кал»? Не переключайтесь, это будет действительно веселый выпуск. Так вот, «кал» на болгарском значит «грязь». И именно в Бургасе есть соляные и грязевые бассейны. Туда мы с вами и отправимся. Добраться туда можно двумя способами. Пешком или на велосипеде вдоль северного пляжа Бургас, или на машине по главному пути из Бургаса в Варну необходимо свернуть на развязке в направлении Каблешково и дальше следовать указательным таблицам Сольницы Юг. Сразу после спуска по развязке нужно ехать направо, а потом по прямой доехать до паркинга. Соляные грязевые бассейны представляют собой большой спа-центр. Почти все жители Бургаса знают про него и регулярно посещают. Грязь в этих бассейнах лечебная, поэтому многие проходят 10-дневные курсы. Мы собрались наконец-то испытать на себе, что такое калолечение. На самом деле по-болгарски кал – это грязь. То есть мы будем лечить себя грязями. Два озера, море рядом, и все это бесплатно. Поэтому пошли, посмотрим, что это такое. Первым делом мы идем к соляным бассейнам. Для этого надо перейти по достаточно узкому мостику, поэтому нужно быть аккуратными. Существует два соляных бассейна. Справа от мостика будет больше бассейн, но в нем меньше концентрация соли. А слева бассейн с настолько большим концентрацией соли, что ее можно вытянуть целыми кусками. Первое озеро – это в самом конце дорожки вы найдете самое соленое озеро. Всего лишь высота, мне говорили, что до колена. Проверим сейчас. И оно очень-очень соленое. Поэтому первое, что вам нужно, это такая одежда, что вам не жалко, потому что соль очень размывает, ну и потом будем жалко дорогой купальник. И второе, это бутылка, потому что шея может болеть, и можно очень круто подложить себе, и вам будет легко. Ну что, я посмотрю, какое там дно, какое-то озеро на себе. Попробую. Залазила София в этот бассейн не очень уверенно. Но не прошло и двух минут. Класс, 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 класс. Мне так понравилось. Кожа вообще просто изумительная. А в воде как будто в космосе. Класс. Короче, Дима, ты меня еще будешь больше любить, потому что кожа просто изумительная. Класс. Но одна важная информация. Заходите там, где я заходила, там, где ступеньки, потому что в других местах очень разное дно, и там очень много грязи, и можно упасть даже. Продолжаем наслаждаться шоу. После солевых бассейнов возвращаемся по мостику в начало. Тут будет речка, в которой можно добыть грязь. Обычно люди оставляют тары, но советуем взять с собой обрезанную бутылку, чтобы набрать грязь. После того, как вы ее гордо добыли, начинаем ею натираться. Сразу предупредим, что не рекомендуем намазывать сердце и подмышки. Полную информацию о том, что стоит делать, а чего нет, а также все, что мы не успели рассказать в видео, вы можете найти на нашем письменном блоге. Ссылочка под видео. Запах просто класс. Сразу чувствуется, как все тело лечится. Теперь, когда мы слились с местными, мы решили спросить. Ну, вот ощущения. Ощущения хорошие. А соляные озера? Кожа очень хорошая, после грязи. Болгарская молодежь тоже любит отдохнуть и полечиться. И как замечательно продумала все природа. Сразу рядом с бассейнами есть море. Совсем рядом у нас море. Для того, чтобы смыть эту грязь, нужно дождаться, чтобы она полностью высохла. Тогда будет эффект. На
наконец-то! Долгожданный момент настал, я иду в море, чтобы смыть его с себя. Кстати, если вы думаете, что я избежал грязевой участи, вы очень сильно ошибаетесь. Бургас – не единственное место, где есть грязевые бассейны. Более подробно читайте на нашем письменном блоге.